Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и сегодня я расскажу о холодильнике Haier C4 F640 CWU1. Ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров, включайте колокольчик. Своим мнением вы можете поделиться в комментариях. Холодильник двухкамерного типа. Модель оснащена светодиодной подсветкой в основной и морозильной камерах. Холодильник имеет морозильную камеру в нижней части корпуса, производительность которой составляет 14 кг в сутки. Внутри предусмотрено 4 прозрачных ящика из пластика для раздельного хранения продуктов. Снаружи расположена сенсорная панель управления для коррекции режима работы и отслеживания готовности к работе. В комплекте предусмотрены подставка для яиц и лоток для льда. Для очищения конструкции можно использовать губку или салфетку. Холодильник с уровнем шума 36 дБ не мешает в ночное время. Двухкамерный холодильник нового поколения с функцией Total No Frost, нет наледи в отделениях, никакого ручного размораживания. Новое поколение имеет увеличенный полезный объем как холодильного, так и морозильного отделения, оптимальные условия для хранения продуктов, охлажденного мяса, сыров и молочных продуктов благодаря нулевой зоне MyZone, регулируемая влажность и температура около 0 градусов, специальная зона для качественного хранения мяса, рыбы, морепродуктов, сыров и молочных продуктов. Поддержание влажности HCS. Респираторная мембрана отводит лишнюю влажность, если ее уровень более 90%, или накапливает влагу при излишне сухом воздухе. Овощи и фрукты дольше остаются свежими. Турмалиновый модуль T.ABT, турмалиновый антибактериальный модуль ионизирует и обезвреживает воздух в холодильнике. Это избавляет от неприятных запахов, обеспечивает более гигиеничное и более деликатное хранение продуктов. Складные полки служат вариативности внутреннего пространства холодильника. Теперь легко поместятся и большие кастрюли, и высокие емкости, и другие негабаритные продукты. Двойная складная винная полка разработана для максимального удобства хранения продуктов и напитков. Моделируйте пространство так, как вам удобно. Дополнительным преимуществом является возможность управлять холодильником через приложение по Wi-Fi, настройка температуры в холодильном и морозильном отделении, выбор режима в нулевой зоне, активация режимов суперохлаждения и суперзаморозка, универсальный таймер охлаждения напитков и приготовления льда. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и начну с отрицательных. Складная полка вызывает опасения. Теперь речь пойдет о положительных. Большой, тихий, хорошо морозит. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, а также подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. До новых встреч на канале «Правильный выбор».